гвардейцев не боится, тот окончит дни в темнице. А где у змеи руки? Не задерживаться! Проходите! Проходите! Любовь и вино терпению не очень-то учат. Лучших товаров не найдем. Ведьмак Геральт из Ривии награжден орденом Витис Винифера за убийство ужаснейшей бестии из Баклера. Мясник с площади Сан-Себастьяна приглашает старых клиентов и новых покупателей. Свежие сосиски, колбасы и прочие припасы каждый день. Честно? Тут у каждого второго только вино и барышни в голове. Так-то. Хранить убийцу в одной усыпальнице с княгиней? Куда это годится? Убийца или нет, но это сестра княгини, княжеская кровь. Она должна лежать с монархами. Ведьмак. Я был уверен, что ты уехал. Я бы не смог. Анна Генриетта была... прекрасная, красивая, добрая. Лучшая владычица, какую только можно представить. А я ее подвел. Не вини себя. Никто из нас не ожидал, что Сиана все-таки добьется своего. И никто из нас ничего не сделал, потому что... ничего нельзя было сделать. Эх, наверное, ты прав, но... когда умирает кто-то, кто так дорог, нельзя не искать вины в себе. Даже у самых непреклонных рыцарей сердца размягчаются. Я пришел попрощаться с княгиней и отдать ей последний долг. Белые розы, ее любимые. Входи, она в королевскую усыпальницу. Несмотря на мое сопротивление, в одной зале с убийцей. Что? Кто так решил? Регенский совет. Выжившие из ума старцы. У них вместо сердца статуты и кодексы. Они решили, раз в жилах Сильвии и Анны текла королевская кровь, и сестра княгини формально не была лишена наследства, она должна быть похоронена вместе с Анариеттой. Мне жаль, что все так закончилось, что я этому не помешал. Надеюсь, ты простишь меня. Спи спокойно. Стильный склеп. Очень уединенно. Я бы не отказался от такого места вечного покоя. В такие минуты я не понимаю... ты издеваешься или правда? Правда, Геральт, правда. Я считаю, что это спокойное место, полное нежной красоты, действительно достойно княгини.
А, ваша печаль по поводу явлений и процессов, которые вам предопределены, не перестанет меня удивлять. Пойдем, друг. Я пришел забрать тебя отсюда. Пора немного отдохнуть от безумства последних дней. Я не сумел помешать всем этим смертям. И довольно погано себя из-за этого чувствую. Все думаю, мог ли я что-то сделать. В Тусенте сейчас без власти. А говоря точнее, полный хаос. Хаос и отчаяние. Княгиня умела завоевать симпатии людей. Весь Баклер плачет по ней. Массовая экзальтация? Что ж, подданные явно переняли некоторые черты своей владычицы. Откуда этот сарказм? Я думал, княгиня была тебе симпатична. Да. И мне ее действительно жаль. Мне тоже. Тогда давай выпьем. Мне всегда казалось, что ты невероятно сложная натура и простых решений не признаешь. Например, не топишь горести в вине. Есть такие горести, от которых просто нет другого средства. Что ни говори о Сиане, а характер у нее был несгибаемый. Признаю. Хотя лучше бы ей иметь более философскую натуру, чтобы время от времени ее посещали мысли о правильности собственных поступков. Правда. Как тебе самогон? Не слишком крепкий? В самый раз. Это заслуга местной мандрагоры официнарум. Клубни, растущие в вулканической почве, имеют выдающиеся вкусовые качества и обладают уникальной темно-коричневой окраской. Захватывающе. Но самогон у тебя вышел удачный, это точно. Собственно, я бы с удовольствием набрал этих корешков про запас. Не хочешь ко мне присоединиться? Тебе вдруг приспичило собирать урожай? Темно же. Но, Геральт, даже если бы я мог великодушно предположить, будто у тебя вылетело из головы, что я вампир, и мне не нужен свет, никогда не поверю, будто ты забыл, что и тебе темнота ничем не мешает. Так что пошли. Раз уж ты так загорелся, давай сходим. Но ты забываешь одну вещь. Свежий корень мандрагоры очень токсичен даже для ведьмака. Ничего подобного. Я никогда не забываю о мерах предосторожности. Прошу, вот тебе рукавицы и маска. Надень их, и тебе ничто не будет угрожать. Спасибо. Ну ладно, пойдем. Свет луны настраивает меня на мечтательный лад. И о чем же ты думаешь? О сиськах суккуба? Не, я, например, думаю, что все может выглядеть интересно. Даже старая туша трупоеда?
Тебе, дорогой друг, деликатности не на грош. Куда вампир-то делся? Нелегко будет его выследить. В конце концов, он вампир. Зараза, куда ты подевался? Регис! Зараза, куда ты подевался? Регис! Зараза, куда ты подевался? Я делаю то, что... Бруксы назвали тебя изменником. Кодекс чести вампиров прост. Даже тривиален. Или ты с ними до конца, в любой ситуации, вне зависимости от обстоятельств. Или... Тебе не простят. Не простят. Но на мое счастье, также обязателен и другой принцип, столь же тривиальный, как и первый. Его хорошо передает поговорка. С глаз долой и с сердца вон. Поэтому я уезжаю из Тусента. Скорее всего, надолго. Понимаю. Вернемся ко мне. Чудовищно хочется еще немного выпить. Невероятный букет. Мягкое раскрытие и неожиданное послевкусие. Ты не находишь? Я не силен в дегустациях. Ну так самое время начать обучение. В конце концов, винодельня Корво Бьянко твоя. Между прочим, я оставил в твоем новом доме небольшой подарок на столике у кровати. Спасибо. Может, скажешь, что это? Так, безделушка. Но может оказаться полезно, если вдруг понадобятся мутагены. Кстати, ты не думал, что будешь делать с Корво Бьянко? Повесишь мечи на гвоздь и посвятишь себя заботам о виноградниках? А знаешь... Наверное, да. Ну что ты, блядь, не смейся. Может, не сегодня и не завтра. Но однажды я хотел бы узнать, как это. Каждый день просыпаться в собственной постели. Прекрати, умоляю. Ты становишься таким сентиментальным, что у меня клыки ломит. Ты еще мемуары писать начни, как Лютик. Помнишь, как мы сидели когда-то совсем недалеко отсюда, спрятавшись в пещере, и вокруг бушевала вьюга? Как я могу забыть? Мы отправились спасать Цири из лап Вильгефорца. Как раз встречу с Вильгефорцем я вспоминаю с наименьшим удовольствием. Но тогдашнее пребывание в Баклере было более спокойным, чем это. Тогда нам казалось, что это сказочные земли.
А проблема здесь может быть одна. Недостаточно вместительный винный погреб. Видимость, Геральт. Видимость. А она, по обычаю мамунов и доплеров, обманчива. А что, собственно, стало с Вильгефорцем? Я убил его. Но, признаюсь, это было нелегко. Ты уже знаешь, куда собираешься ехать? Главное, куда-нибудь подальше. Я подумываю двинуться на юг. В Нильфгаард? Почему нет? Нильфгаардцы — общество современное. Там никто не верит в вампиров. И это может оказаться очень полезным для сохранения комнаты. Интересная точка зрения. Не хочется мне никуда идти. Посидим здесь еще немного, дружище. Посидим, мой друг. Мы были свидетелями и не однажды виновниками судьбоносных событий. Теперь же, после стольких трудов, нам полагается отдых. Да, полагается. Вообще, я бы с удовольствием пошел домой. Дайте же мне все отдых успокою. Да дайте же мне все отдых. Успокою.
у вас есть какой-нибудь знакомый вампир? Привет, куколка. Дорого берешь? Дети, ну, все хорошие, друзья. Я в рейс иду. Да, ну, как обычно. Ничего особенного. Смотрите, кто пришел! Мира! Ведьма! А ты был в Зерикании? Приветствую уважаемого ведьмака. Вы же не поскупитесь и дадите заработать бедному парню, который содержит больную матушку. В прошлый раз у тебя был больной батюшка. Так и было, но он поправился. Теперь вот матушка разболелась. Но как заработаю ей на лекарство, так она и выздоровеет. Ты болтлив и очень любопытен. Я бы сказал, я любознательный и общительный. Кроме того, добрый мастер должен уметь развлечь клиентов беседой. И то верно. Ты, наверное, много знаешь о людях из Баклера. Все обо всех. Точнее, все о каждом. Я знаю, кто с кем спит, кто с кем хочет переспать, кто чей друг и кто кому в глотку готов вцепиться. Такие знания могут быть опасны. Что там? Но каждый знает, что я умею держать язык за зубами. Если бы я пересказывал все, что услышал, со мной бы давно уже покончили. А так, все, что здесь рассказывают, остается здесь. Много у тебя клиентов? Очень много. А скоро будет еще больше. Во время турниров у меня всегда работы прибавляется. У рыцарей башмаки грязнее? Так после боя им не только башмаки надо чистить. Я им доспехи полирую, шлемы, пояса, ножны. Им нравится, когда все блестит, как яйца у пса. О, извиняюсь. Ну, удачи. Приходите еще, сударь. Отполирую вам ботиночки наилучшим образом. И не только вам, но и каждому. Наш герой, усмиритель бестий. Опять мне. Этот шум спать не давал. Ha ha ha!
Ее милости нужен покой, Геральт. Не мешай. Наша кровь меньше стоит. 30? Чего? Помоги убогому! Наш цирюльник обидел его даму сердца? Нет, он неровно его постриг. Поцелуй пса под хвост. Бедно и голодно. Еще раз благодарю за то, что пришли мне на помощь. Но где мои манеры? Мастер-ведьмак, позвольте представиться. Я Жан-Луи Людовик, выпускник Института красоты Лес Монпалю Магна Ком Лауде. Мои ножницы и бритва всегда в вашем распоряжении. Спасибо. Держись. Я буду держаться за ножницы и гребень, пока хватит сил. Удачи на охоте, ведьма. Гильем, что ты здесь делаешь? Оставь меня. Без Вивиенны моя жизнь не имеет смысла. Не хочу я с тобой разговаривать. Удачи на охоте, ведьма. Сердце не мешает. О, ведьма! Кто из того? Тот, которого досточтимая книга. Жила, кто сам-то течет. Не задерживаться! Проходите! Проходите!
баклерской девицей легко так сговориться. Не бойся воротиться. Сохранять спокойствие! Безобразие не учинять! Кто гвардейцев не боится? Тот окончит дни в темнице. Была бестия, и нету бестии. Ваша милость, к вам в дом вломилась какая-то личность. Я пробовал задержать, но меня и слушать не пожелали. Кто там еще? Боюсь, ваша милость, даже представиться не соизволили. Трис? Собственной персоной. Я думал, ты в Ковере. Мне наскучило тебя ждать, и я решила вырваться в Тусент. Принять солнечную ванну, посмотреть, как тут дела. Ты говорил, ты всего на пару дней? Дела движутся к концу. Скоро можно будет вернуться на север. Ты не расстроился, что я приехала без приглашения? Ты знаешь, раньше я не любил неожиданности. Они напоминали мне о работе. Право неожиданности, дитя неожиданности. Но, кажется, пора изменить мнение. Неожиданности бывают приятными. Очень приятными.
Пойдем во двор. Тут есть такой уютный уголок, тебе обязательно понравится. Как ты меня нашла? Из Ковера путь не близкий. У меня есть свои секретики, Геральт. К примеру, гидромантия. Ну да, верно. А ты видела в отражении что-нибудь еще? Что нам предстоит? Угу. К нам переедет Золтан. Умоляю, скажи, что ты шутишь. Можешь выдохнуть. Насколько я знаю, он сидит в Новиграде и быстро оттуда не двинется. А если серьезно? Да, я видела пару отрывков из нашего будущего, но не хочу рассказывать. Почему? Ты же сказал, что полюбил приятные сюрпризы. Ну так как тебе моя винодельня? Ты сам знаешь. Очень. Дом большой, но не помпезный. Расположен замечательно. Идеальное место для романтических каникул. Я только что сделал ремонт, выложил кучу денег, но, кажется, оно того стоило. В саду уже новые растения, цветы, но мне все еще кажется, что чего-то не хватает. Может, устроим лабиринт из живой изгороди, а в центре статуи, совсем голые. Ох, не напоминай мне про этот бал. Вино ударило мне в голову. Я не напоминаю, я просто вспоминаю. Тот вечер, он был магический. Твое платье. Ты замечательно в нем выглядела. Оно у меня с собой. Могу его как-нибудь надеть? Будем ужинать во дворе при свечах и слушать, как трещат цикады. Не могу дождаться. Как там дела в Ковере? Скучно и предсказуемо. На заседаниях совета мы обсуждаем одну только торговлю. Таможенные пошлины, аренда складов. Не заскучала? Знаешь эту афирскую поговорку? Чтоб тебе жить в интересные времена. Я в них пожила и теперь с удовольствием отдохну. Чародеи, которых я забрала из Новиграда, эти, что сами прорвались на север, со мной согласны. Ты бы их не узнал. Ни тайн, ни интриг, ни заговоров. Сидят и работают на пользу королевства. Иногда я думаю, что все слишком хорошо, чтобы быть правдой. Что вот-вот что-то случится. Война или еще что-то. Но пока все хорошо. А когда ты закончишь свои дела и присоединишься ко мне, будет еще лучше. Ты ведь первый раз в Тусанте. Показать тебе окрестности? Прости, но у меня уже есть планы. О, и что ты будешь делать? Лежать на солнышке без движения. О, напряженный график. Ты не перетрудишься? Прежде чем я вернусь на север, хочу нарадоваться хорошей погоде. Знаешь эту шутку? Как узнать, что в Ковере лето? Дождик стал потеплее. К сожалению, это почти правда. Зря я это сказала. Вдруг ты передумаешь и ко мне не переедешь? Я бы об этом не переживал. Я оставлю тебя на минутку, хорошо? На минутку?
Ваша милость, вам прислали вина, как я понял, с винодельни Бельгарда. С приветом от госпожи Матильды и господина Лема. Я велел сгрузить бочки и отправил их в подвал. Они справа от входа. Спасибо. Будет время, я туда загляну. Превосходно. Следующую поставку просили ожидать через 5 дней. Спасибо. Мне пора возвращаться к делам. До скорой встречи. Спасибо, что позволили мне остаться. Не припомню, когда еще была так счастлива. До встречи. Берегите себя, ведьмак. И помните, теперь вас всегда будет ждать теплая еда. От хлеба крепче нога, а от вина рога. От работы кони дохнут. Да, Геральт. Я оставлю тебя на минутку, хорошо? На минутку?